Смотрите, какие собачки. И вот собачка. Красавчик. Ну а море, посмотрите, какое море. Сегодня чистое, без волн. Идиллия просто. Камушки тут, посмотрите. Музычка. Все для вас. Все для нас. Ну, мы перешли на сторону Зильверпля пляжа. Тут нам больше нравится. Остановимся здесь. Это Зильвер же бич, да? А? Зильвер бич этот. А это Зильвер бич? Зильвер бич, да. Ну, Зильвер бич у вас написано, Кристал Бэй. Кристал Бэй, Зильвер бич. Я тоже не пойму. Тут как в одном пляже два пляжа получилось. Да, да, но там Кристал бич. Прям Кристал, а тут Зильвер. Да, Зильвер, да. А вот тут Кристал Бэй. Хорошо. Находимся сейчас в Косамуи. Кристал Бэй, Сильвер Бич, непонятно, бич. Вот подошел к мужчине такой, он весь загорелый, импозантный, накачанный. Как зовут вас? Дима меня зовут. Дима, я Дмитрий. Питера, да. С Петербурга, Дмитрий. Да, да, да. А мы, я сам в Германии. Отлично. Там уже 30 лет живем. Отлично. Андрей зовут. Я Дима. Вот, посмотрите, как люди тут. Ребята, к этому надо стремиться, молодежь, смотрите, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, да? Вот, будете выглядеть как Дмитрий. 51 год. 51 год, ребята, смотрите, я 35 максимум. Ну что, ребятки, удивляетесь? Бросайте бухать, вот, берите гантели, идите в качалку, в фитнес-клуб, занимайтесь. Мышление меняет реально, да? Вот спорт, он дает какой-то другой адреналин. У меня два человека, один раз гуляет, здесь гуляет. Не, ну оторваться и тогда надо, да. Ну, чтобы себя довести, это же до такого состояния. Это адский труд, это надо каждый день. Да, 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 надо впахивать. Надо пахать, действительно, не так просто. Вон я, видите, раз на расслабоне, плевасик люблю. Молодец. Не, ну я... С одной стороны, ну я играю, как, я спортивный тоже всю жизнь, но я в качалку не очень. Я в хоккей играю уже тоже 30 лет. В Германии до сих пор у нас своя Донау-Иллер-лига, мы играем. Сейчас я паузу месяц взял тоже, а так спорт никогда не бросаю. Просто... Не, я курю план здесь. А? Траву курю. Траву, ну что, сюда многие приезжают траву курить. Да? Да, многие. Тут как-то оно вроде бы запрещено, а все-таки есть. Куда не подойдешь, так чисто. Курить будешь? Курить да? будешь, да? Я сам вообще просто не курю. Пивасик больше. Понятно, засада просто постоянно. Засада. А в Питере что? Холодно сегодня? В Питере минус 2 и плюс 2. Ну, в этом году 2. Вообще зимы нет. Зимы нет. Просто вообще нет. Вообще нет, да, в этом году зимы нет. И Москва тоже без снега стоит. Да, вообще без снега. Ну, зато с солнышком, правильно? Ну, тут нравится, в принципе, да? Да, здесь тут хорошо, тут кайфово, да. Тут вот стоит веб-камера, вот одна веб-камера стоит, да? А на том краю стоит вон там еще одна веб-камера. Я круглый год заходил каждый день, смотрел. Я прям фанат. В веб-камеру заходишь, а тут, получается, когда лето, тут вообще никого нет. Пустой пляж был, и море было чистое-чистое, а сейчас оно немножко грязноватое стало. Ну вот уже все, побережье обезли, море что-то хуже стало. Вчера были на Копангане, вот там море хорошее прям. Там вот эти, где парки проходят, Кольмун парки, вот именно этот штранд вообще бичит. Бомба, да? Бомба, такой чистый. О-о-о. Не так уж народу много, но солнце вчера было. Вообще мы хорошо так позагорали. А тут что-то мы не очень, как говорится, воодушевлены этими. Вот тут хороший пляж. Не, сейчас... я живу вообще, я почти целый месяц загорал в спокойном месте, без людей, без где, всего. Где? Ну,
как там называется мой район? Сейчас, Чабинг? Майнам. Майнам, о. Майнам. Там тихо, спокойно. Да, Майнам хорошо. Нет, лучше. Просто здесь много, ну, у меня, представляешь, там, там такая сервстанция, и пацаны эти тайцы работают, ну, эти байки. Ну. И приезжают, а я сижу в шезлонге, у меня шезлонг бесплатно, вот это все, вот этой всей, ну, тусы нет. А тут как бы тебе сказать, и там ветер, здесь видишь, бухты закрыты, и ветер такой лежишь, на этой хуйне, у тебя кайфу, я залипал, да. Классно, да. Ну, что-то несколько дней здесь, ну, я через два дня улетаю. Все уже, да. Ну, черный, смотри, уже, черный. Я черный, да. Да, ребята, завидуйте. Женщины, девушки, смотрите, ребята какие тут ходят, приезжайте. Петербург теперь. Я в Питере такой же летом цвета. Ну, может быть, не такой, конечно, сейчас-то вообще просто лютый. Не, ну хороший цвет, нет, да, хороший. Сейчас лютый, да, а летом я тело у меня, как у пацана. Вообще, как у пацана. Ну, вообще молодой, молодо выглядишь. Не, летом вообще, как у пацана тело. А как, почему? Где там загораешь? Соляр ходишь? Нет, а под как? Солнцем. Под солнцем? Сейчас покажу с лета фотки. В Питере где там солнце? Я служил на Ржевке, кстати. В Питере с января загорает. На Ржевке, говорю, служил в Питере в свои года. Посмотри, какой весной. Не видно, ну. Видишь, в какой форме. Да, тоже. Красиво. Сейчас, а еще с прошлого года мне нравится фоточка. Едет. Вот это. Отсвечивает сильно. Да? Во, вот это да. Вот я каждое лето бомба, в такой, бомба. Такой, каждое лето в такой форме. Просто бомба. Я каждое лето в такой форме. У тебя сейчас есть какой-нибудь аккаунт, что-нибудь такое? Ну, Инстаграм. Инстаграме, да. А как, какой у тебя в Инстаграме? Не помнишь? Если бы я знал. Дмитрий Корягин. Дмитрий Корягин. Ну, найдете Дмитрий Корягин, заходите, смотрите, учитесь. Да. Ладненько, я пойду пиво пить. Давай, дорогой. Спасибо. Давай, до встречи. Успехов, до встречи. Да, ребятки, вот так вот тут. Разных людей встретишь. Ребятки все накачанные, подтянутые, отдыхают. Загорайте, отдыхайте. Дали стакан со льдом, вот дают, смотрите. Я thank you. Вот, смотрите, со льдом. Я пиво еще не пил со льдом, но попью, чтобы холодное было. Чтобы не такое было крепкое. Попьем, посмотрим, как оно будет. Смотрите, какое пиво. I'm not going to be able to do that.
Всем привет! Зильвер Бич, остров Косамуи. Тут все прекрасно, ребятки. Тут прекрасно вообще. Тут классное море. Посмотрите, какое море чистое. Чистое, теплое. И посмотрите, какие тут камушки на берегу лежат. Да, людей сегодня, конечно, побольше, чем всегда. Но это все равно делает отдых кайфовым, не скучным. Можно на кого посмотреть. Вон, посмотрите направо, пальмы, на берегу пальмы. Люди делают массаж, тут прям рядом бассейн. Тут все кайфуют. Все кайфуют. Если вы посмотрите мое видео, то увидите, что люди тут кайфуют. Я за здоровый образ жизни, не хочу пропагандировать никакие запрещенные препараты. Я просто хочу отдыхать. Я отдыхаю, я купаюсь. Я желаю вам тоже хорошего дня, хорошего отпуска, счастливого провождения вашего времени. Желаю вам вообще всего самого наилучшего. Без стресса, без проблем, денежного дня. Даже желаю вам достатка, чтобы у вас все было пучком, чтобы у вас все склеилось, чтобы дети ваши здоровы были, чтобы у вас было все самым лучшим образом складывалось. Ребятки, для этого нужно немножко поднатужиться. Нельзя сдаваться, это в первую очередь. Нельзя сдаваться, нельзя опускать руки. Боритесь, ищите, смотрите в интернете, читайте. Пробуйте, но не сдавайтесь. Я прошу вас, не сдавайтесь. Если вы сдадитесь, у вас ничего не получится. У вас будет только все хуже. Не смотрите в рюмку, пожалуйста. Не смотрите в рюмку. Не злоупотребляйте алкоголем. Как говорится, тот же змеиный яд в меру – это лекарство. Когда доза превышает меру – это яд, это смертельная доза. Фу, жарко. Я сегодня на Зильвер Бич. Не знаю, где буду завтра, но думаю, что все будет хорошо. Я не пропагандирую. Ничего не пропагандирую. Я просто живу. И хочу, чтобы вы жили все. Сейчас французы сидели и на меня говорили: о, Джеймс Бонд, шпион, такая у тебя маленькая камера, как так? Ха, прикольные французы. Слушайте, вот любой язык, а мы понимаем друг друга. Я по-французски ничего не понимаю, я только слышу интонацию голоса, слышу некоторые фразы, они говорят по-французскому, но мы все понимаем друг друга. Мы люди, мы можем понимать друг друга. Почему же мы не понимаем нас, сами себя? О, как классно, ребятки. Классное море. Отдыхаем. Мы отдыхаем. Сегодня мы отдыхаем. Вот это море. Я надеюсь, что вам нравится то, что я показываю. Это эксклюзивные кадры. Мы в Сиамском заливе, мы в Таиланде, мы в Косамуи, недалеко от Пхукета. Наслаждаемся морем, наслаждаемся этой природой, это чудо, чудом, уголком света. Наслаждаемся. Посмотрите вот на это море, на этот берег, какие камни, валуны громадные. Ну, все гармонично. Все в природе гармонично. Не надо ничего ломать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите свои комментарии. Только так мое видео может подняться в топы, и кто-то может больше его увидеть. Это позволит мне больше вам показывать, больше рассказывать.
все-таки должна быть какая-то мотивация. Когда канал смотрят, появляется у меня мотивация что-то снимать, куда-то ехать, показывать. Хотя изначально я просто вел влог и веду влог. Мой это влог о моей приватной жизни, о моих путешествиях. И не было никакой цели на этом заработать. Просто хотелось показать своим близким и друзьям, что можно путешествовать и можно по-другому жить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо. Идем вперед.